Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном я, Антон, и я продолжаю проходить легендарнейшую игру «Сталкер. Тень Чернобыля». Друзья, я решил начать с этого момента, потому что здесь я обнаружил во время вот второго своего рейса, когда я забрал оставшиеся ништяки из ящика, я тут обнаружил убитого Олега Гусарова. Демон. Его прозвище. Давайте его оберем. И побежим дальше. Насколько я помню, это уникальный персонаж серии. Я думаю, что знатоки меня сейчас поправят в комментариях. Насколько я помню, это вот чучело, вот это демон и волк. Они, по-моему, должны были квартироваться потом на армейских складах. Насколько я помню. Но я могу ошибаться. Давайте, друзья, продолжим. Собственно, друзья, я забрал все части, оставшиеся своего хабара, которые лежат в, ну, лежали в ящике на дикой территории. Я также забрал у одного из мертвых бандитов, которые лежат там в туннеле, забрал оптику с калаша, точнее там наемники, ну и бандиты тоже. Забрал оптику, и знаете, друзья, Абакан — это очень хорошая тема, хочу вам сказать. Прям мне очень нравится. Как-то я его недооценил. Хотя мне в комментариях писали: Антон, что ты там не взял Абакан, такой хороший ствол. Ну, теоретически, конечно, да. Он превосходит обычный АК-74М. Но все-таки, все-таки. Тем более, что у меня сейчас уникальный Абакан снайперский. Абакан албанский. Поэтому этот Абакан мы... Слушайте, видимо, с Абакана нельзя... Да, с него нельзя снять оптику. Она интегрирована намертво. А в общем-то, друзья, давайте мы сейчас посмотрим, что у нас по деньгам, что у нас по ресурсам. Продадим ненужное барахло, купим нужное... Да, купим нужное барахло и будем отправляться на, ну, на армейские склады. Но сначала мы все-таки зайдем к генералу Воронину. Так, Абакан выкладываем. Я думаю, этот нам теперь за ненадобностью. RPG выкладываем. Одну севу... Ух ты, что это сейчас было? Одну севу мы продадим. Эколог. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе эколог, пригодить. Эколог. Тоже продадим. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Подходи, сталкер. Солдаты, таких, как блин, ты, у меня всегда есть кое-что. Человека им шлет на... Так, а нет, пистолет тоже продадим. Так, оптику на всякий случай мы оставим. Каплю, каплю, кровь камня, кровь камня. Давайте продадим. Так. Так. Огненный шар. Давайте тоже один продадим. Потому что артефакты на минус радиацию нам нужны. Так, дружище, я у тебя хочу купить энергетиков. Друзья, вы не представляете себе, какое это издевательство. Это просто мучение. Я вам очень советую, если вы мазохист, а я практически уверен, что вы мазохисты и есть, кто меня смотрит. Так вот, я вам отвечаю, возьмите... побольше барахла с собой, причем, знаете, вот прям впритык, вот прям 59 килограммов, 999 граммов, чтобы можно было ходить, но не бегать. Без энергетиков, друзья, это просто мучение. Останавливаться через каждый метр, потому что он... И все. И уже вся энергия закончилась. Держи севу, держи эколог, держи ветер свободы. Держи шарик, держи каплю. Что я хотел у тебя купить? Экзич. 200 косарей. Но 200 мы не наберем, ребята. Вообще не наберем. Пистолет забери. Хвостецкий ты не хочешь брать? Колючку. Колючку. Забирай. Все. Я думаю, так. 102 тысячи у нас есть, друзья. Да этот Абакан, наверное, давайте за 400... рублей. Нет, сначала мы прицел отцепим. Вот так. Чтобы получилось подороже. И еще прицел сверху за соточку. Вот все. Вот, друзья.
Это вы называете коммерция. Вы обращайтесь ко мне. Я вам расскажу, что значит коммерция. Как выгодно продавать одну и ту же вещь, но за разную цену. Вот и все. Кровь камня. Кровь камня. Давайте продадим. Все, отлично. Я рад за тебя. Моя информация может тебе пригодиться. Так. М-ку мою мы берем. Немножко патронов возьмем. Ну и, собственно, на этом все. Так. Собственно, давайте возьмем награду. Бармен, ау. Я по поводу задания. Блин, ну я же завалил их всех. Чё ты мне рассказываешь? Я ей ну, видимо, вот эти вот собаки все-таки еще живы. А я вот здесь разобрался с собаками, которые возле вертолета. Если бы кто помог. Ну ладно. Этой мелочевкой пусть занимаются всякие додики. Я же крутой боец. Поэтому я не буду отвлекаться на такую мелочевку. Я пойду прямо сейчас к дженералу Воронину. Но перед этим сейванусь, конечно же. Потому что мало ли что может произойти. Стоять! Чужакам на территорию вход закрыт. Так я не чужак. Барон мне сказал, что у вашего начальства есть ко мне какое-то задание. Да, он сообщил нам о тебе, но перед тем, как мы тебя пропустим, я должен ознакомить тебя с нашими правилами. Значит, слушай. Правила у нас просты. Первое правило. Стрелять на нашей территории запрещено. За два нарушения наш патруль открывает по тебе огонь. Даже если ты сделаешь ноги, то больше на нашей территории не появишься. Охрана о тебе позаботится. Будешь вести себя спокойно, и проблем у тебя не будет. Это все? Да, этого достаточно, можешь проходить. Ну, здорово. Я, собственно, понятливый. Улавливаю суть вещей с первого раза. Поэтому мне по два раза не надо объяснять. Мне нужно платить по два раза. Причем желательно побольше. И причем желательно, если это будет делать долг. Чего стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Здорово. Я по поводу задания. Уничтожить лагерь. Ух ты. Гранатки для подствольника и... Патроны, 9.39. Бармен сказал, у вас есть какое-то задание на военных складах. Я хочу попросить выполнить одно дело, лично для меня, понимаешь? Сейчас у нас идут территориальные боевые действия с группой Свободы, и нам не хватает оружия помощнее того, что у нас есть. У Свободы есть несколько отличных гранатометов «Бульдог-6». Если бы у тебя получилось проникнуть на территорию Свободы и выкрасть хотя бы один такой гранатомет, то я бы щедро вознаградил тебя. Так как ты не в нашей группировке, ты легко можешь втереться в доверие к Свободе и при удачном раскладе спереть бульдог. Я скину тебе информацию по местонахождению базы Свободы. А тебе там надо найти некоего повара, члена группы Свободы. Он знает, где именно хранится бульдог. Он слаб на выпивку, поэтому постарайся его опоить. Возьми для этого побольше водки. Ну что, берешься? Ну давай. И еще одно напоследок. Полковник Череп со своими ребятами ослушались моего приказа и самовольно отправились штурмовать базу Свободы. Самоубийцы. Ну так пусть получит сполна. Черепа уже давно пора было проучить. Не вмешивайся в их личную войну. Постарайся втереться в доверие к Свободе и добудь мне бульдог. Остальное не важно. Ну, собственно, понятно. Брат. Задание ясно, как белый день. Меня не убьют, если я сюда пройду. Нет. Я просто обошел по кругу. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Да. Конечно. Ой, красотень какая. Жалко радиоактивная. Говори, зачем. Видимо, ну, я думаю, что, несмотря на то, что радиоактивная, я думаю, что довольно вкусная. Свининка-то из Чернобыля. После которой по 5 рук вырастает. Давайте, ребят, мотанемся мы... обратно в бар, и я заберу ту водку, которую оставил в ящике. Потому как, видимо, она нам пригодится. И я еще одну важную инструкцию вот получил сейчас от Воронина. Так это то, что
Он сказал, не вмешивайся в дела группы Черепа. Проходи, не задерживайся. Сказано, сделано, собственно говоря. Я и не хотел вмешиваться изначально. Я думал, можно ли сделать так, чтобы не помогать ни свободе, ни долгу. Я, собственно, так и сделаю. Я не буду вмешиваться. Так, давайте мы выложим патрончики, да, бронебойные. Вот ведь как грустно все выходит. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, ставим сюда, естественно. И двигаем. Я очень надеюсь, что я приду на базу свободы днем, потому что сейчас смеркается. Кстати, сколько время? Без 10, без 5 минут 10. И как бы я не хочу ночью шляться по армейским складам, с учетом того, что там довольно много аномалий. И там причем местность холмистая такая, прямо очень холмистая. Плюс еще всякие урфинджусы сидят на холмах, типа наемников, бандитов наверняка. Наверняка и монолит обитает где-то неподалеку, там же барьер. Поэтому я думаю, что я приду туда днем. То выключайте нахер компьютер и уходите в реальную жизнь. Вот вам мой совет, друзья. А мы переходим на армейские склады. Опа, а вот и зеленые идут. Но только помимо зеленых тут еще и должники. Эй, стой, сталкер! Ты на территории свободы. Чуваки, противники! Вот и все. Вот и все. Ух ты. Ломать мясо. Здоровье плюс 400 я беру, слушай. И водяру надо взять. Потому что спаивать нам придется повара, про которого анархисты хреновы, сказал Воронин. Да все, готовы. Поэтому нужно запастись побольше водкой. Достаточно интересный момент, хочу вам сказать, друзья. Вот этот вот. С ликвидацией патруля свободы. Но, тем не менее, ребят, мой прогноз не оправдался. 20 минут 11. Видимо, придется ночью шарахаться по армейским складам. А вот здесь, собственно говоря, обитают должники. А вот и Черепок. Полковник Черепанов. В миру, как говорится. А я, ребят, заломаю ваши ящики. Вы ведь не против? А я не хочу никого убивать. Никому помогать. Я не буду сдавать вас. Я не буду помогать вам, чтобы вы выкосили свободу. Потому что, ну, ребят, это тупо. Потому как потом нам еще нужно будет контачить со свободой. Я там вижу что-то. Водяра. И граната. Как же это добро нам интересно забрать? Ага. Ясно, как можно. Тут же все предусмотрено. Тут же все предусмотрено. Давай, падай. Там последняя бутылка водки осталась. Есть, отлично. Разработчики, оказывается, предусмотрительные, ребята. Они положили нам сюда водку. Оп-оп. Обожаю эту функцию в сталкере, вообще обожаю. Просто вот в это управление вот это. Оп-оп. И все. Оп-оп. Класс. Так вот.
У меня есть 10 бутылок водки. Я думаю, мы можем набухать вообще всю базу свободы. Не говоря уже про одного человека. Конкретно поэтому потихоньку будем топать. Причем давайте мы, ребята, сейванемся. Потому что мало ли что. А, вспомнил, вот здесь должны были сидеть эти чуваки. Да? Бойцы, вы кто? Умник? Причем умник тоже. Молодец. Ты кто? Рукой в костре. Ух, твою мать, извините, ребята. Еще водка. О! А вот и волчара приставился, друзья. Вот и волчара отъехал. Молодец какой. Давайте мы его прям в костер. Нет, не получилось, блин. Ну-ка, сейчас еще разок. Да что ж ты будешь делать? Нет, не хочет в костер лезть, ты посмотри. Скотобаза. Ну ладно. Пусть так лежит, значит. Отец Диодор. Слушайте, тут ребята крутые. Вообще ребята приблотненные сидят. А ты кто? Дядя Мастер. Ух ты, у Мастера какая волына. Энфилд с глушителем, между прочим. Между прочим, с глушителем. Это вам не в тапки срать, между прочим. Так, где я там? В этой системе координат. Так, какой-то тайничок в железной байдовине спрятал вещички. Ну, давайте сходим. Заберем тайничок. Только как-нибудь сделаем это так, чтобы нам не напороться в аномалию. Ну-ка, что нам подскажет указатель? Радар, сюда. Свобода, долг, мертвый город, барьер. Друзья, как видите, мертвый город планировался в игре. Он в игре планировался, но до релиза не дошел. Позднее в билдах, уважаемые мододелы, откопали его и добавили в свои модификации. Но в оригинале, как мы можем видеть, его нет. Как нет и многих других фишек, кстати говоря, достаточно прикольных. Так. Что это за... Ну, у меня такое чувство, что это прям вот это мины. Это прям противопехотные мины стоят. Поэтому давайте, друзья, я сейванусь. От греха подальше. И прямо... Мистер Невесомость. Ну, неплохо. Конечно, не что-то прям экстраординарное, но неплохо. Но вот эти мины, конечно, накаляют обстановочку. Йоу, бро! Как сам? Приветствую, бродяга, решил зарулить к вам на огонек. Ну, что-то вроде. Хочешь присоединиться к нам или как? Или как? Ну, я по делу. Да, ну присоединяйся лучше, у нас тут весело. Но я подумаю. Слушай, чувак, подходи, мне бы, знаете, пообщаемся. Я бы хотел у вас купить энергетиков. Подходи, пообщаемся. Рот закрой. Подходи, пообщаемся. Ух ты, боец. А ты неплох. Да и, слушайте, у них ЗИК 550 с оптикой. Вот это здорово. Чувак, ты на базе свободы. Расслабься, будь как дома. Понятно. Только в рамках, да? Понял? А будешь сильно баловать, пеняй на себя. Был тут один непонятливый. Так когда все достал, мы его голиком по аминовому полю пустили прогуляться. Вот скряга матерился, когда ему на голову рука этого типа свалилась. Это что-то... Особенного, да, вкурил, в общем. Ну, понятно, Димка король. Подходи, пообщаемся. Но я так понимаю, тот трупешник... Оружие-то опусти, а? Да успокойся. Подходи, пообщаемся. Я так понимаю, вот тот трупешник,
Это он и есть, вот этот вот. Хотя он сказал, что голиком по минному полю пустил, но... Этот-то в одежде. Артефактиус. Наблюдаю. Ну что, давайте поспрашиваем, где там повар. Ой, как... Ой, я сейчас еле сдержался, чтобы пошутить про баянистый-прибаянистый мем. Ох, как я сейчас сдержался, друзья, вы себе даже представить не можете. Ну да ладно. Здорово, зеленый, как сидите? Выживу, надо будет у свободовцев спросить, что за ужасы такие новые... Ой, какой ты боец, приблотненный, я б твою G36 забрал бы, прям с руками бы забрал. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Кто бы знал, как не домой. Подходи, товарищ Герман, я сейчас подойду. Здорово, сталкер, с чем пришел? Да по делам пришел, не подскажешь, где ваш главный? К Лукашу, он у нас старший, иди в главное здание. Что можешь интересного рассказать? А ты слыхал, чего должане с нами сделать похваляются? Стереть в порошок. Это еще по минимуму. Беспокоит меня это дело. Тем более, говорят, они переоснастились по первому разряду. Сейчас состоится шутка юмора. Макс. Это снайпер, кстати, свободовский. Как-то долго ведь в зоне. Еле живой. Так. Погоди, так. А мне бы пообщаться, где ваш этот повар сидит. Где он у кого-нибудь бы спросить? У кого-нибудь бы спросить. Мужик, ты знаешь, где повар? Подходи, пообщаемся. Нет, вас всех, походу, заклинило, да? Вот ты, мужик, ты знаешь, где повар сидит? Подходи, пообщаемся. Историю про непонятливых не слышал еще, наверное, не слышал. Сам, по сути, времена нынче голодные. Да в прямом, голодный боец, плохой боец. А нас тут вон сколько. Где мясо напастись? А тут как по заказу ты. Куда? Оставайся, у нас хорошо. Обед. Опять же сегодня будет. Я невкусный. Что? Вот, блин, что ж ты сразу не сказал? Только время зря потратили. Вали отсюда, невкусный. Это я уже на полном серьезе тебе говорю, чувак. Смотри, шутники в свободе обитают. Виталик Воробей. Я думаю, этот чувак объект интересных шуток со стороны своих друзей, если... Он в звании капитана находится. Подходи, пообщаемся. Короче. И ты в жопу, заклинило тебя. Ладно, пойдем к Лукашу. Или Лукашу. Как правильно, даже не знаю, поставить ударение. Дятел, пропусти. Мне нужен лидер свободы. Крайне важная информация. И насколько это важно? Ну, видимо, без этой информации не пустят. Нас к главному. Я встретил отряд долго неподалеку от вашей базы. Опа! Похоже, долг опять пробует отыграться. Так, проходи на территорию, только убери ствол. Не вздумай тут у нас пальбу поднимать. Вперед ногами вынесут. Подходи, хорошо, я понял. Скажите, где ваш повар? А-а. Жалко. И у Лукаша не спро... Ух ты, Йорик. Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. А что если... Слушайте, давайте сыванемся, а то вдруг... Меня за стрельбу... Реально вперед ногами вынесут. Ух, твою мать, только не этот ствол. Нет. Не стоит. Так, тут у нас интересные мультики идут. Диснеевские. Так, слушайте, ну давайте тогда будем искать повара самостоятельно. Отвянь. Вас понял. О! Скряга, чего изволим? Просто осматриваюсь. Ты лучше делом займись, тем более у нас сейчас кое-что на примете. Подзаработать тебе интересно? Ну, допустим, я могу дать тебе кристалл, если ты окажешь одну услугу. Тут ситуация сложилась неприятная. Последнее время из деревни артефакты не несут. Боятся, говорят, кровососы там завелись. А в эти дни особо некого послать. Хоть долг приглашай. А пара ребят ушли в деревню и не вернулись. А остальные трое как на околице сидят.
так на кольце и сидят, собственно. Если ты кровососов убьешь, я тебе кристалл дам. Берешься? Ну, а чё нет? Давайте. Вот это я у тебя возьму, боец. Ну, давайте еще и укатаем кровососов. Кровосисов, если быть точным. Дело было так. Подходи, пообщаемся. Идет молодой сталкер по зоне. Подходи, пообщаемся. Озера, подходи, пообщаемся. Да ты смотри, какой ты настырный. Смотрит, ух ты. Ух ты. Ну, молодой к нему и спрашивает. Слушай, а не против, если у тебя подтырю эту тему? Ты же не против? Отвечает, пошли мне, по дороге я покажу. Ну, идут, а молодой говорит. Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. А кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик задумался и отвечает. Ладно, монстры ж монстры, это понятно. Ну, зомби тоже еще туда-сюда. Ну, а нас-то, контролеров, чего боятся? Да, шутеха, конечно, 10 из 10, я бы сказал. Так. Найти повара на базе свободы. Поговорить с поваром, отнести бульдог. Я, конечно, ребят, сейчас знатно туплю, но я не помню, где этот повар сидит. Вот, я пришел на базу свободы. Бойцы тут на дежурстве стоят. Ну давайте будем всю базу обыскивать. Вот какой-то хрен сидит вот здесь. В этом доме. Давайте у него спросим, потому что тут либо неразговорчивые, либо ржут, либо шутят. Не в тему. Так, заваренные, да? Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты смотри, какие бойцы запасливые в свободе. Просто вообще прям молодцы. Ты чё, боец? Чё подскажешь? Ого! Да это повары есть. Отлично. Слушайте. Прям я так наугад ткнул и прям угадал. Смотри. Хорошо, да присаживайся, посидим. День добрый. Ага. Ну и в чем шутка? Ну привет, мы знакомы? Давненько не виделись, говорит. Эх, да. Честно говоря, я тебя не припомню. Да нормально, нормально. Ну походу он уже ужратый. Если он на выпивку слабоват, то я думаю он уже поддал. Так, ты сам кто будешь? Точно? Ты? Я? Ну точно, да. А, ну ты дал, я фантастич. Ну я еду готовлю, вот повар я. Мастер ножа и приправ. Петрушка там, укроп, зелень всякая. Ну трава в общем. Хлеб тоже, ага. Ну понятно. А еще консервы бывают, сгущенка, тушенка, быки в помидорах, да? Я понял. Батон, кетчуп, яйца, хлеб, батон, сыр. Ну там сосиски, колбаса, дичь неживая. Да все, я понял. Скажи хоть, как тебя зовут. А, Славик меня зовут. А это так, за этикетку. Не, за передник. Есть у меня передник белый. А вообще, да. Ну ты садись, не маячь. А то еще снайпер как подстрелит. Они, знаешь, да, такие они. Тут вроде деревня рядом. Ну, что ну? А? Деревня? А, ну есть деревня. Продукты там, сгущенка. Смотри, сука, по второму кругу пошел. И как туда добраться? А? Ща подумаю. Не слушай, оно тебе надо. Расслабься, садись, посидим, покурим. Угу. Мне нужно в деревню. Лады, вот ща посидим, да, покурим и нормально. Да, я тебя отведу, не вопрос. Да ты не напрягайся, просто скажи, как туда добраться. Ага, ну ты задачи задаешь. Ща нормально вместе дойдем. Вот посидим, да? Ой, какой ты долгий, слушай. Слушай, не знаешь, где можно разжиться снаряжением? Снаряжением это, брат, шифры. Шифры. Снаряжение, оружие, артефакты. Оружие? Не, нож мой. Хочешь нож? Не. Ага, артефакты. А нафига? Не напрягайся, давай садись, покурим, поговорим про артефакты. Где в округе можно найти артефакты?
Да не вопрос, артефакты выше крыши артефактов. Болото радиоактивное, знаешь? Не, ну и пофиг, там в смысле артефакты. Там, ну вообще ты не суетись, не напрягайся, а? Артефакты, артефакты, артефакты. Что можешь интересного рассказать? Ты на заслон, чувак? И то хорошо, хоть не один нормальный человек появится. Мы вон это дело организовали и держали неплохо. Только потом зверьё как попёрло, теперь тяжко. Там каждый ствол в тему. Место местечко. Да так себе местечко, в черте оседлости. А всё-таки, ну ты вопрос задаёшь, добрый пришелец. А если по сути, да ты расслабься. Ща нормальное место, спокойно, всё ништяк, ты расслабься. Какой ты, сука, нудный повар. Я уже так задолбался за него читать вот этим голосом поддатым. Слушай, давай дёрнем, что ли, а? Не вопрос, наливай. Хлопнули. Ух, хорошо пошла, держи бутылочку. Там еще что осталось? Ну давай еще стопку накинем. Эх, кайф, жаль, бутылка уже уговорилась. Есть еще? Да без проблем. Держи еще стопку ровнее. А ловко ты это, раз и новая бутылка. У тебя там склад, что ли? Чувак, ты не представляешь, я 10 бутылок с собой принес. Специально, чтобы тебя напоить и выкрасть гранатомет, который вы подтырили у военных. Так это, пей, у меня давненько практики не было. За нашу победу, вот, эх, хорошо сидим. Да, за нашу победу, давай, еще. Есть еще, а? Ща гляну. Я тут это слышал, у вас Бульдог 6 есть, мне под ним глазком глянуть, ну, очень надо. Чего? Ты это, сходи-ка, блин, как же там, забыл, а че ты спрашивал? Гранатомет мне бы глянуть. Не, это нельзя. Ты все это хочешь, друг, а это нельзя. Ну, не можно. Я просто спросил. Смотри, еще пока в своем уме. Не поддается, смотри. Ладно, это последние лады, а то я больше не осилю. Давай, иди сюда. Ну, ты даешь. Бульдожик, а? Чего? А, в деревне он. У нас их вообще всего 2 было, а эти дятлы посели его, протеряли. Да, ну болваны. Все, отлично. Чувак, я тебе прям эту водку продам. Держи, пей, сколько тебе влезет. Все, удачи тебе. Удачи, дружище. Так ты меня задолбал. Ух ты. Что-то там... Не понял. Причем тут Абакан? Но Абакан в идеальном состоянии, между прочим. Ну ладно. Хотя нет, Абакан нам придется выкинуть. Потому как... Мы еще с собой бульдог потащим на своем горбу. А это, знаете ли, друзья, тоже определенный вес. Подходи, пообщаемся! Подходи, пообщаемся, слушай. Нахер нам этот Абакан? Видимо, что-то залагало. Слушайте, ребят, я вспомнил одну тему. Я не знаю, правда это или нет. Постепенно возвращаются воспоминания. Вот тут же где-то какой-то ствол лежит офигенный. Либо G36, либо еще что-то. Вот в этих казармах, по-моему. По-моему. Так, ящики намертво приваренные. По-моему. Ух ты. Васько слепой, не будем будить человека, видимо, только что с боевого дежурства. Так, зачем я включил консоль? Гранатки. Артефакты! Еще гранаты, ни хрена себе. Бенгальский огонь. Грави. Ой, слушайте, как хорошо я пришел на армейские склады. Знатно я пришел. Слушай, давайте пошуршим вот здесь тоже. Может, еще что-нибудь найдем. Так, вот здесь типа комнаты хранения оружия, якобы. Ящики, надо искать ящики. Ящики. Все намертво. Опа! Точно, это винтарь тут лежит. Винтариус. Без патронов и кобздец. Я знаю, что, ребят, не в рифму, но я просто очень рад. Слушайте, вот ящик пустой. Ой, слушайте, хорошо. А давайте еще мы тут... А, нет, там вышка, да?
Там вышка за зданием. Ладно, все, давайте потопаем. Блин, пока по-хорошему все бы здесь обыскать. Потому что я так чувствую, много тут интересных ништяков лежит. На базе-то, свободовской. За власть советов. На рабочих крестьян. А, танк сюда передвинули, да? Ну, видимо, свободовцы все поднатужились и передвинули танк. Потому что, как, друзья, мы с вами помним, в... Собственно, в этих самых... В предыдущей части, в чистом небе, танк был немножечко в другом месте. Давайте, ребят, сходим в деревню Кровосисов, заберем бульдог и уработаем, собственно, самих Кровосисов. Давайте сейванем игру. Вот так. И продолжим. Надо сказать, вот я жаловался на ночь, что не хочу ночью бегать. А на самом деле ночь довольно ясная. Это, блин, не ночь в Зове Припяти, когда там хоть глаз выколи. Просто хоть глаз выколи. Здесь это такая, знаете, как в Питере, наверное. Я ни разу не был в Питере, но я думаю, что там примерно такие белые ночи. То есть достаточно светло. Можно даже без фонарика бегать. Так, немножечко я уже отклонился от курса. Ух ты, как меня забирает. Вы кто такие, ребята? А, вот, собственно, и свобода, которая дежурит на околице. Ой, какая волына у тебя, дружище. Меня скоряга отправил сюда, чтобы кровососов завалить. А, ну другое дело, тут хрен его знает, что творится. Парочка наших так пошла в деревню и не вернулась. Ну а нам помирать неохота. Сидим вот тут, пока решаем, что дальше делать. А кровососов видели? Не, наши ребята должны были пойти к старой водонапорной башне, наверное. Там где-то и полегли. Раз уж ты со скрягой договорился, сходи туда и посмотри. Адресок черкни, если что, письмо родне твоей отправим. Добрые вы, как я посмотрю. Ладно, я пойду. Ребят, куда-нибудь можно барахло скинуть? Колодец, колодец. Дай воды напиться. Так, надо куда-нибудь инвентарь сбросить, потому что, я так понимаю, от кровососов нам придется бегать. И много. Поэтому... Барахло куда-нибудь надо выложить. Ладно. Сейчас я вам изображу чего-нибудь. Ну что, давайте мы сначала... Какие у нас задания? Ну, пока только забрать бульдог у нас задание. Одно единственное. Слушайте, хоть бы не обосраться ночью-то. А он, кстати, водонапорный. Твою мать. Ух ты, твою мать. Беги, беги, родной, беги, беги. Скорее, скорее, скорее. Фу. Мразота. Напугал ты меня, однако. Гнида говна. А, вот он сломал перекрытие, да? Чертила. Я, пожалуй, в подвал. О, еще один бедный Йорик. А вот и бульдог. Собственно говоря, лежит. Ну, неудивительно, что один они профукали, потому что кинули оружие просто на грязный пол. Неудивительно, что так все херово с дисциплиной у ребят. Интересно, я смогу выбраться и не отгрести по башке? Вот, друзья, в тени Чернобыля кровососы дамажатся, когда они находятся в инвизе.
А в чистом небе, сука, приходится постоянно его провоцировать, чтобы он из инвиза вышел. Так. Кровососа в деревне. Отнести бульдог Воронину. Отнесем обязательно. Давайте все-таки сходим к водонапорной башне. Перед этим сейванемся. И все-таки покрошим всех петухов. Которые... А вот она, мразь. Минус один. А где один, там и второй. Трофей. Единственное, что меня расстраивает, это то, что я бегать не могу. Потому что я груженный по самые помидоры. Благодаря тому же... ух ты, слизь. Благодаря тому же винторезу и бульдогу. Вы, ребят, на улице все? Да, вот они, собственно, бойцы свободовские лежат. Ушатанные. А давайте на вышку поднимемся. Посмотрим, что там. Может, меня тут еще один ждет? Пусто. Опа, 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 опа. Опа, вот это неплохо, слушайте, ребят. Конечно, это нам не первая необходимость, отнюдь. Но... Так, это дерьмо выбросим. Но, тем не менее, довольно приятно. Почему-то у меня до сих пор активное задание уничтожить кровососов, хотя я их уже покрошил. Но, видимо, где-то еще один бегает. Непонятно где. Ай, хер с ним. Итак, уже. О. Монолитовец. Причем довольно давно лежит, потому что его даже обыскать нельзя. Ну, я уничтожил уже кровососов. Возле водонапорной башни. О. Где еще? Мне, блин, всю деревню обойти. Чтобы выяснить, где эти петухи меня в засаде сидят, ждут. Как я быстро выдыхаюсь. Что это за избушка на курьих ножках? На втором этаже избушки есть что-нибудь? Да, там какая-то труба лежит. Я успел ее заметить. Но труба, естественно, пустая. Потому что о тайнике здесь мы ничего не знаем, поэтому пролетаем, как фанера над Парижем. Все, ребята. Давайте мы будем заканчивать нашу серию. И, наверное, уже продолжим, когда я добегу до Ростка, отдам Воронину бульдог. И, наверное, уже потом мы будем выдвигаться прямо на радар. Вот прямо на радар. Ну и, может, если у меня появится желание, я все-таки довыполню этот квест с кровососами. Потому что, ну, блин, он не выполняется. Я уничтожил их. А, видимо, где-то один еще последний остался. В общем, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Серия получилась объемной, и я надеюсь, вам было интересно. Всем удачи, друзья. Играйте в хорошие игры. С Новым годом вас. И всего вам хорошего. Всем удачи. Всем пока.